в субботу на ТВ Рус. Над вымыслом слезами обольюсь. Вот это про Кесаря. Имя никому неизвестного режиссера после премьеры этого фильма стало моментально известно всей стране. Напей. Но тогда невозможно было предположить, чем обернется этот успех для его создателя. Если Эдди Кеосаян снимет, то тогда он получит квартиру. Но после грандиозного успеха перед ним стали захлопывать дверь. Дверь в будущее. Это ведь у нас в кино не было. Он все время стоял на грани. Я говорю, ты попадешь в тюрьму. Много. Его обвиняли в национализме, антисоветчине. Ему просто не давали работать. Он был такой выдумщик. Он жизнь свою выдумывал. Мальчик из неуловимых. До конца жизни. Мертвые с косами стоять! И тишина. Отчаяние после триумфа. Эдмонд Кеосаян. В субботу на ТВ Рус.